Занят Ангелиной Зимок. Сегодня такая красивая у меня тема. Узор для шали. Смотрится невероятно красиво, а вяжется невероятно просто. И вы в этом убедитесь, если посмотрите ролик до конца и попробуйте связать по моему мастер-классу. Легко все запоминается и вяжется также легко. Предлагаю посмотреть. Начнем вязание нашей замечательной, необыкновенно красивой шали с воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек закунули в кольцо и вяжем боковые группы, как всегда в шали. 1, 2, 3, 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика. Это то, что будем вязать в самом начале. И в самом конце боковая группа для шали. 3 воздушные петли между ними для нашего узорчика. 1, 2, 3. И еще разочек. 2 столбика. 2 воздушные петли, 2 столбика. У меня в руках очень красивая слонимская пряжа мятного цвета. 4 сложения. Для шали она очень хорошо подходит по толщине. Вот. 3 воздушные петли. 1, 2, 3 подъема. Разворачиваем вязание и в арочку из 2 петель вяжем опять 2 столбика. Это у нас будет повторяться на постоянной основе, поэтому просто нужно запомнить. 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика. 1, 2. 3 воздушные. 1, 2, 3. Начинаем вязать узор. По центру из 3 воздушных петель в центре мы вяжем галочку, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом в это же самое место. 1, 2, 3 воздушные петли. Это у нас узор и боковая группа, которую мы вяжем быстро. Мы на ней не останавливаемся, мы ее уже с вами разобрали и запомнили. 3 петли подъема. Разворачиваем вязание, боковая группа вяжется, 2 столбика, 2 воздушные петельки, 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь смотрим внимательно, да, за пальцами, следим за руками. Немножко разворачиваем на обратной стороне за столбик, вяжем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с одним накидом. Теперь вот наша галочка по центру. Вот у нас здесь столбик есть без накида. В него провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И за второй столбик нашей галочки, вот он у нас, провязываем еще 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Такую красоту получаем. Вот она у нас. Красота есть. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И наша боковая группа, вот она у нас идет по центру, в центр арочки, и еще 2 столбика. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, разворот, боковая группа. 3 воздушные петли. Всегда будут петли, можно запомнить легко. 1, 2, 3. Арочка у нас. Вот она, столбик без накида. 1, 2, 3. И довязываем красоту нашего узора. Пышные столбики. Вытягивание. И накид. 2, 3, 4, 5. Закрепили. 1, 2, 3. И еще вытягивание, накид. 2,
3, 4, 5. Провязали все вместе. 1, 2, 3 и третий пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. На цепочке столбик без накида. 1, 2, 3. Боковая группа туда и обратно. Во всех гаджетах есть функция 1, 2, 3 медленного просмотра. То есть вы можете включить на медленную скорость и смотреть так, как вам удобно. 1, 2. Я вяжу так, как умею. Медленно не умею, поэтому тут вот надо так приспосабливаться. 1, 2, 3 воздушные петли за арочку. 1 без накида. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Быстренько 1, 2, 3 провязали боковую группу. Разворачиваем вязание. Если хотите шаль расширить, всегда можно связать боковую группу пошире. 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. 1, 2, 3 воздушные петли. И теперь наша задача начать узор заново. То есть вот у нас столбик без накида, мы провязываем галочку первоначально. Мы ее будем обвязывать и получать расширение. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2 по центру. Столбик без накида. 1, 2, 3. По центру столбик без накида. Внизу у нас 3 столбика. 1, 2, 3. И опять галочка. То есть мы сейчас с вами узор весь связали. Делаем расширение. У нас был один узор. В следующем ряду будет 2 узора. Потом 3 и так далее. 1, 2, 3. То есть сам принцип понятен. Как вяжется узор, мы с вами разобрали. Расширение тоже понятно. Один, два, три воздушные петли. Раз, два, три. Три воздушные петли. И опять разворачиваем вязание к себе. И за столбик вяжем нашу красоту. 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Между, там, где у нас столбик без накида, 3 столбика. 1. Вот такой ряд у нас получается. Провязали. Боковую группу провязали. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. И опять начинаем вязать пышный столбик. Набираем, делаем накид 5 раз. 4, 5 провязали вместе. 1, 2, 3. И еще разочек. 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. И еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, красота наша готова. 1, 2, 3. Столбик без накида. Провязали. И теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида.
1, 2, 3 и повтор. То есть то все то же самое, что мы с вами уже связали. Вязали нашу красоту, 3 воздушные петли, и не забываем столбик без накида провязать воздушную арочку. 3 воздушные петли, боковая группа. Туда и обратно. Один, два, три, разворот, две воздушные петли, два столбика, один, два, три воздушные петли, с вами провязываем, раз, два, три. Столбик, и помните, да, обвязка идет, раз, два, три, один, два, три столбика без накида, еще один столбик, раз, два, три, и один, два, три, столбик без накида, идет обвязка, раз, два, три. И еще один, два, три. Столбик без накида. Раз, два, три. И раз, два, три. Что должно получиться? Боковую группу свяжем. Еще. Один, два. Один, два, три. Вот, в общем-то, и весь принцип вязания нашей замечательной шали. Все остальное будет только повтором. Никаких новых действий здесь нет. Три воздушные петли подъема. Вот наша красота. Нам нужно связать ряд для новых узорчиков. Мы их вяжем. Вот столбик без накида мы вяжем галочку. Две воздушные петельки. Один, два, три. Помните, в центре столбик без накида. Раз, два, три. И столбик без накида. Раз, два, три. В центре галочка. То есть мы вяжем основу. Один, два. Вяжем основу для нашей красоты. Галочка, воздушная арочка, галочка, воздушная арочка и галочка. Связала еще пару рядочков. И вот такая красота получилась. То есть все шаги мы с вами повторяем. Провязали 3 узорчика. С изнаночной стороны столбики без накида. И вот, допустим, новые ряды, боковую группу провязали, и здесь все видно. Вот у нас столбик без накида, мы здесь вяжем галочку. Здесь идет у нас арка из воздушных петель. Опять в центр галочка. Здесь воздушные петли, опять галочка. И у нас в следующем ряду будет 1, 2, 3, 4 уже таких интересных ажурных узоров. В каждом ряду добавляется по одному узорчику. Вот. Вязание запоминается быстро, а смотрится очень красиво. Надеюсь, видео вам понравится, и вы свяжете такую красоту. Спасибо, если досмотрели ролик до конца. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и смотрим видео мастер-классы через день. Они у меня выходят. До новых встреч!